Мужики, всем привет! В общем, продолжаю построечку мини-трактора, переломочка, след в след, если не забыли. В прошлом видосе поменял узел перелома, убрал шестерочную ступицу и поставил сюда девяточную. В принципе, кто не видел, переходите, вот здесь будет подсказка выскочить сейчас. Можете перейти, посмотреть. Очень просто и быстро я это все дело переделал. Никаких проблем. Так, что сегодня? Сегодня я выточил, значит, шкив на 270 из тормозного барабана шестерки, семерки, не знаю, там, ВАЗ, автомобиля ВАЗ. Как бы никаких проблем с этим вообще не испытывал. Взял и сделал. Заняло это примерно где-то минут 40 довести его до такого состояния. Как-то так. В общем, обещал показать свой импровизированный токарный станок. Поэтому в кавычках импровизированный токарный станок. А то некоторые подумают, что у меня цех уже по производству шкивов. Не-не, мужики, все вручную. Вот. Но тем не менее, пока будете смотреть этот видосик коротенький. Хотя это уже все показано, рассказано. Кому нужно более подробно, вот здесь тоже будет ссылочка на видос, где я делал сцепление полноценное без токаря. Там более подробно. Ну и собственно, как вы догадались, наверное, уже. Вот одна часть тракторка и вот другая часть тракторка, которая будет выполнять роль импровизированного станка. Ну вот, в принципе, станок и готов. Здесь в трубные тисы обмотал тряпочкой, прижал, слегка прижал вообще дрель, голова на 24. Клещи для удержания кнопки. Так, отрезали оно практически. Ну, сейчас пройдет как раз по над чугуниной. Срезаем вот эту чугунину. Вот так это все происходит. Так, отпилил я второе кольцо чугунины. Теперь прекрасно видно, где начинается чугун, где заканчивается алюминий, да. Вот. Сейчас убираю вот эти ребра. Разворачиваю болгарку и убираю их. Так, чтобы гладненько было. Так, ребра убрал. Вот. Шлифанул пока удобно лепестковым кругом, чтобы вроде как вот эту грязь убрать. Здесь не дадут вот эти пупырки. Ну, это все ерунда, то щеткой почистим. Теперь размечаю, делаю прорези на 8 миллиметров. Толщина алюминия до чугунины 8 миллиметров. Вот. Пропиливать буду сначала 2,5, потом расширять и выбирать нужный мне клин. Все, рез делаю вот по этой линии. Так, до чугунины дорезались. Оно видно, тогда начинают искры бежать из-под диска. Все, теперь сейчас делю пополам остаток и делаю еще один рез. Так, прорезал второй край. Теперь взял шкив, который будет стоять, да, на этом самом, на двигателе. Так, неудобно. Вырезал из жести мерочку под нужным, как говорится, углом. И теперь буду растачивать и промерять. Вот здесь на краю у меня 7 миллиметров. Вот видно, да, что она до конца не доходит, потому что внизу 6 миллиметров. Также точно и здесь. До конца ее запускать не буду. Впрочем, дальше будет, чтобы ремень в клин заходил хорошо. Все, начинается дождь, но я думаю, успею сейчас проточить до дождя, чтобы это все не переставлять куда-то под навес.
немножечко поработал болгарочкой. Шкив готов. Не знаю, ручьи обалденнейшие получились. Вот. Ремень садится отлично. Что сюда, что сюда. В общем, как надо. Не достает он туда до самого низа пару миллиметров. В общем, в клин будет становиться так, как мне нужно. Все, снимаем, убираем. Стружки вот здесь сколько? Вот столько стружки после обработки. Впрочем, ничего, никакого секрета тут нет. В начале видео была подсказочка про сцепление без токаря. Там все показано, рассказано. В общем, как-то так. Ну вот, мужики, в принципе и все. В следующем видосе будет, наверное, установлено уже сцепление. Только я не знаю, либо на девяточном тормозном диске, либо на шестерочном тормозном диске. Они и по диаметру разные, и по вылету разные. В общем, какое будет более комфортно, удобно расположить, так, чтобы и двигатель не мешал там рулевой колонке вот этой. Поэтому, кому понравилось, не забываем оценивать. Ну и, соответственно, всем пока, всем удачи. С вами был Санек. Еще увидимся.